Всем привет, мои дорогие, мои хорошие! Сегодня у нас будет отчет, и я вам расскажу, что я готовлю вязать на эту неделю. Это все в домашней обстановке, специально выбрала светлый тон, чтобы вставлять фотографии. И да, я еще записала, что я буду вязать на этой неделе, это очень важно. По пунктам, вот тут у меня вот так записано. Сначала я вам покажу, что я закончила вязать. Наконец-таки я закончила, фотку вставлю. Закончила вязать плед. Сейчас поближе вам его покажу. Вот такой обычный бабушкин квадрат. Вот такой. Размер вышел 130 на 130. Размер меня устроил. Фотку обязательно в видео вставлю еще, чтобы вам показать. Это что касаемо того процесса, который я закончила. Еще я вязала много образцов, тоже фотку вам ставлю, чтобы вы видели. И теперь по процессам, которые я буду вязать на этой неделе, то есть с понедельника по понедельникам, что я приготовила. Во-первых, сейчас вам поближе тоже покажу. Вяжу платок из пряжи гармония на спицах 4 от угла. Вот потом он выпрямится, это просто заготовка, пока не смотрите. Это вот мне его нужно за эту неделю связать. Дальше что еще по плану у меня? Закончить плед спицами. Я его уже разложила, как он должен быть по цветам, но мой супруг сказал, что пока я плед вязала, ребенок вырос. Поэтому нужно его увеличить. Увеличивать я буду аж на 12 квадратов. Пряжу вот я приготовила. Напомню, что это молочный хлопок. Но его у меня не хватит на 12 квадратов. Поэтому я решила еще добавить детскую забаву. Чтобы вы видели. В общем, буду соображать. В идеале мне нужно за эту неделю 12 квадратов связать. Что из этого получится, я не знаю. Дальше, перевязать балаклаву. Вот такая у меня балаклава, я вам уже ее показывала 1 числа. Повторюсь еще раз, что мне нужно исправить вот этот мой косяк. Я считаю, да, это косяк, потому что здесь туго, а должно быть послабже. Вот, поэтому эту балаклаву я буду переделывать. А так она мне нравится, она теплая, мягкая, это пряжа деревенька от Color City. Вот она толстенькая достаточно, 100 грамм 133 метров, по-моему, или 150, что-то такое. Ну, толстенькая, на спицах 5 я ее вязала. Вот, поэтому будем ее тоже перевязывать на этой неделе. Потом мастер-класс подставку крючком я пока не буду показывать, я готовлю. Готовьте хлопки, у меня, кстати, такое ведро с хлопками, хлопочки. У меня здесь остатки разные. Возьмем пряжу потолще, у меня здесь есть вот такая фиолетовая, это хлопок, 50 грамм, не помню сколько метров, по-моему 145 метров, если я не ошибаюсь. Так что будем вязать подставку с вами крючком. Разобрать два образца, спицы и крючок. Образцов у меня нет, на них тоже готовится видео, и на этой неделе они должны выйти. Будет один образец связан спицами, покажу, как вяжется узор, объясню, для чего он и из какой пряжи лучше его вязать. И также на крючке то же самое повяжем, расскажу, покажу. Вот, и подготовить обзор пряжи северянка. Тоже видео почти подготовлено, его только смонтировать и выложить на канал. Вот 5 пунктов, которые точно нужно сделать на этой неделе. Пишите о своих процессах также в комментариях, мне интересно, что же вяжете вы. Еще у меня здесь, да простит меня Рита, футболку я достала. Вот такая вот она, пока не покажу, какая она есть. Мне нужно связать рукавчики. Рукавчики будут, ну, такие, наверное. То есть, да, маленькие рукавчики, я до сих пор их вяжу. А на минуточку, как бы уже даже зима скоро закончится. Футболка вяжется с лета. Вот такие у меня планы на эту вязальную неделю. Жду ваших комментариев. Также пишите, что вы будете вязать, что вы думаете вязать. Ну и запасайтесь терпением, хлопком и крючками. Всех целую. Пока-пока, ровных петелек.